Магнитогорцев ожидает масштабное событие – пятый открытый межрегиональный турнир по кикбоксингу. Проводится он в честь князя Александра Невского. Соревнования соберут более 200 участников и откроют осенний спортивный сезон. Как и прежде, организатором выступает Магнитогорская епархия. Воспитывать патриотизм в нашей с вами молодежи. Вот, для того, чтобы, как бы банально ни звучало, люди любили и родину свою, ощущали ответственность за ту землю, где они живут, где они находятся, вот, и с этим ощущением ответственности берегли ее. Турнир будет проходить 3 дня с 14 по 16 сентября. Участников принимает дворец Рамазана. В схватках сойдутся сильнейшие спортсмены Челябинской и Свердловской областей, а также Башкортостана и Казахстана. Среди выступающих победители и призеры различных соревнований, от региональных до всероссийских. Магнитку будут представлять 6 спортивных клубов. На турнире будут представлены 3 дисциплины кикбоксинга. Это 2 жестких фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком, а также мягкий стиль, это раздел лайт-контакт. Значит, жесткие разделы будут проходить на ринге, лайт-контакт будет представлен на татами. Я бы хотел акцентировать внимание, что детей, именно которые впервые это увидят, они, конечно же, запишутся, я думаю, в эту секцию, в это направление, как и в другие тоже. Привлечение неорганизованных детей – это одна из основных наших задач. Бои состоятся как на татами, так и на ринге. Призеров определят по результатам командного зачета. Предусмотрены и спецнаграды, например, за волю к победе. Стартуют поединки в пятницу в 11 утра, а в 3 часа дня состоится торжественное открытие.